Саженцы морозника, восточного Yellow Lady, Helleborus aurantilis, является потрясающим вечно зеленым многолетником, который вырастает до 40 см в высоту. Отлично чувствует себя в полутени. Данный сорт популярен благодаря своему раннему цветению в апреле месяце. Морозник покрывается нежными цветками желтого цвета с красными вкраплениями. Yellow Lady можно выращивать в декоративном контейнере. Примечательно, что в наиболее комфортных условиях морозник может зацвести повторно в начале осени. Сорт хорошо переносит зимнее время года и не требует профилактического укрывания на этот период. Морозник восточный Yellow Lady – это травянистый высотой 30-40 см. Цветет растение в месяц апрель. Окраска цветка желтая с красными вкраплениями. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 3-4 см. Лист растения по форме дважды или трижды перисторассеченный. Весной листва по цвету темно-зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.